Приветствую вас на своем канале «Брак в Дании», и сегодня мы записываем развлекательное видео. Мы с Алексом, моим мужем, отвечаем на одни и те же вопросы друг от друга и проверяем, насколько хорошо мы узнали друг друга за 3 года. Несмотря на то, что мой муж немец, а я русская, и мы говорим на 2 разных языках, я по-русски, он по-немецки, мы прекрасно понимаем друг друга. Und warum? Warum? Verstehen wir uns? Ну, потому что ты знаешь русский, я понимаю немецкий. Nein, weil ich irgendwann mal keine Lust hatte, mir alles auf Russisch zu übersetzen und du solltest Deutsch lernen und dann habe ich aus Protest einfach angefangen, einfach nur auf Deutsch zu reden. Mhm. Und es war 1-2 Monate war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt ist es 1000-mal besser, weil jetzt versteht sie alles auf Deutsch. Nur weil ich mit ihr auf Deutsch rede. Sie geht alleine irgendwo raus und kann ohne Probleme sich mit den Leuten unterhalten, versteht alles. Muscheln, Austern. Пицца, пельмени, что-нибудь такое. Знаешь? Азиатская пицца. Ну, знаешь, что я? Вот это реально косяк, потому что он всегда отвечает на этот вопрос азиатская еда, но я никогда не могу запомнить. Боже, ну пельмени же ты любишь. Да, aber азиатische ist trotzdem besser. Gut, sagen wir, пельмени kommen aus dem asiatischen Raum. А я сейчас знаю, что он ответит. Лиген он сейчас скажет. Eigentlich nicht. Лиген, ja, aber ich glaube, das steht nicht auf Platz 1. Wenn, dann sind es Schlösser, schöne Plätze, Podcast-Sau und solche Blätter. Да, конечно. Подожди, я же не ответила. Любимое занятие Алекса? Ну, я считаю, что спорт. В любых видах, а у него чистый листочек. Weil in letzter Zeit so wenig Sport gemacht habe, deswegen steht es doch nicht drauf. Но у тебя спорт, плавать, бегать, кататься на инлайнах, на велосипедах, бежать, ходить, бродить, любой спорт. Und? Und играть в игрушки, дурацкие. Nein. Не знаю. Technik, Autos. Ну ладно, ты ж не ковыряешься в Autos. Ты просто читаешь, передачи смотришь, yeah, про Autos. Окей, okay. Смотреть зендунги про машинки. Окей. Wo sie auch jetzt hinfahren würde. Irgendwo ans Meer, warm, wo man irgendwo am Strand gelegen hat. Das ist egal wo. Sie will irgendwo warm ans Meer. Ты следишь за мной вообще? Откуда ты меня знаешь? Ich schlafe mit dir in demselben Bett zufällig. И что? Это вообще ни о чем не говорит. Люди могут годами вместе спать, и что? Они знают про мечты друг друга. Ich habe früher gelernt, aktives Zuhören. А. Du auch? Nein. Куда Алекс поедет? Я вообще надеюсь, что тоже на море. Ну он поедет куда-то там на Майорку, наверное, в Испанию. Най? А куда? Куда? Покажи мне. Покажи, что ты написал. О, боже мой. Im Winter will ich in die Berge zum zum Snowboarden und im Sommer will ich irgendwo ins Warme. Ну, Варме. Ты написал Sommer in die Berge. Да, хорошо. А Winter – Азия. Ну, у меня была мысль с Азией. Ну ладно. Я не знаю, правильно писал по-немецки, нет, посмотри. Знаю. Ну, адвокат. Anwalt. Да, Rechtsanwalt. А канцлер это кто? Das ist das Büro, die Kanzlei, vom Anwalt. А, тогда Rechtsanwalt. Я хотел стать адвокатом, людей защищать.
Ну, я не стала, потому что надо было историю сдавать ЕГЭ, а я историю терпеть не могу. Кем хотел быть маленький Алекс? Футбольным шпилером. Ты говорил, когда мы играли, ты говорил, что футболистом ты мечтал стать? Nein? Ты говорил! Ich habe mein Leben 3 Jahre Fußball gespielt. Ты хотел стать футболистом, ты уже переобулся. Gut, Fußballspieler wird man, wenn du mit 2 anfängst und dein ganzes Leben durchspielst. Ich habe später angefangen und habe früher aufgehört. Ich hatte 3 Jahre in meinem Leben Fußball. Тогда я не знаю. Космонавтом. Кем? Ich habe zwar jetzt nicht aufgeschrieben, aber wenn, wenn, dann wäre das, wenn, dann wäre das vielleicht ein Rennfahrer gewesen. Гонщиком. Ja. Yeah. Ja, genau. Katze, Lama und so wie sie es jedes Mal erzählt hat, im Prinzip sind sie jedes Tier, was draußen finden würde, nach Hause kriegen. Ja. Aber in erster Linie Katze und Lama. Ja. А ты бы какого-нибудь паука завел? Ядовитого. А что у тебя? Никого? Никого бы он не завел. Да ладно. Да, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Immer irgendeine neue Überraschung. Und vor allem fangen die Sachen immer so an. Hätte ich ja drin gewonnen. Ich habe eine Idee. Da will ich am liebsten meine Sachen nehmen und gehen. Oder мы подумали. Nee. Я подумала, мы решили. So fängt das immer an. Ja. Я серьезная женщина. Ты серьезная. Ты серьезная. Ты тоже серьезная. Нет, это же абутерация. Это не ахтун. Нет, походу. Я написала, что меня в нем бесит. Ну, как ты думаешь, что меня в тебе бесит? Два. Ну, почти. Stimmungswechsel. Stimmungswechsel. Да. Was gefällt dir nicht an mir? Stimmungswechsel. Да. Was gefällt mir an dir nicht? An mir? Что я vergesslich. Не? Что я spontan. Ну, а что? У меня нет никаких отрицательных почти, я идеальная женщина. Что тебя может во мне писать? Ну, показывай свою картоночку. Das ist das... Парадигма, was ist das? Das ist die Ansicht zum Leben, dass man hin und wieder mal einfach nur seine eigene Denkweise hat. Und wenig Empathie. Ну, это называется консервативный человек. Oder konservativ. Тебе это не нравится. Richtig. Okay. Yeah. Я думала, что нет. Я наоборот за любой кипиш, кроме голодовки. Ну ладно. Купила бы зоопарк. Irgendwo ein Haus irgendwo am Meer mit Katze und Lama. Ja. Лама. Ну там уже касса будет, с ламой разберемся. Он бы инвестировал куда-нибудь, в какие-нибудь там, не знаю, биткоины, акции. Листыч. Это у тебя называется инвестиция. Да. Инвестиция, это он хочет сказать. Пассивный доход. Situationsabhängig eigentlich alles. Ja, die Frage war wieder falsch. Das war auf mich bezogen. Нет, я правильно написал про себя. Ich kann das lesen, was das А ты что сказал еще раз? Situationsbedingt. Kommt drauf an. Ну вот самое тупое у меня пришло в голову, что Катин видео. Когда я их смотрю, я смеюсь. А так больше особо нет. Тоже какие-то тупые зендунги, типа там. Комедии, вот эти кабары немецкие, не знаю, как они называются. Юмор, который мне непонятен вообще.
Очень много. Да, Deutsch Humor, который я считаю, это отсутствие хумора, вообще ноль. Das ist eine schwere Frage. Wie will viel? Wie will sehr viel? Зато ты ничего не хочешь, да? Ja, deswegen bekommst du alles. У меня виш-лист большой, у тебя большой выбор. Ты можешь каждый день открыть, сказать, о, сегодня я вот это даже, то завтра это. А у тебя виш-листа нет, как бы, ну все, извините. Ich habe auch ein paar Wünsche. Aber dann kommen wir auf die zweite oder dritte Frage zurück. Zuhören. Aber das funktioniert ja nicht. Да записывай мне, записывай. Видишь, у меня уши не работают. Памяти нет, уши не слышат. Короче. Я вот хочу вот это. Выбрашиваем, что это значит, ты сам все купил, спланировал, просто сказал, дорогая, бери купальник, и мы едем. Deine Reisenplanungen fangen immer an mit Fotoshooting. Нет. Oder irgendetwas. Und deine Planungen enden dann immer noch zum Schluss Hotel. Meine Planungen fangen с инстаграмных картиночек. Я увидела картиночку, потом забронировала билеты, а потом начала гуглить, где это вообще находится. Hast du vorher nicht vor 5 Minuten noch gesagt, dass du zuerst Fotoshooting eintritt? Да господи, это был один раз в Париже. У тебя травма на всю жизнь после этого фотошутинга. Das sind immer wieder solche spontane Aktionen. Gut. Und ich? Kannst du so nicht lesen. А ты написал? Да, я написал. Ты хочешь какой-нибудь экшен? Zusammen. Да? Да, eigentlich sind das ein individuelles Geschenk. Da kommen wir wieder zu deiner Frage dazu, zuhören. Individuelles, это типа браслетики с гравировкой. Да, ich liebe dich, mein Schatz. Вот это блевотно. Nein. Vielleicht, wenn ich mal Lust habe, irgendetwas zu machen und ich habe das einmal gesagt, zweimal gesagt und dann einmal mal zu und gesagt und dann das mal machen. Как в том это? Einmal hier rein und rein raus. Rein und einmal raus. Genau. Sowas nennt man Vakuum. Ja. А там у меня сидит обезьяна, там делает. Also, ich habe mehr erraten, ich weiß mehr über dich, als du über mich. Это я и так знала. Ты меня лучше знаешь. Я тебя не знаю вообще, кто ты такой. Also, ich habe dich geheiratet, ich habe dich hierher gebracht und du kennst mich nicht. Ну, в общем, вывод, что надо научиться слушать друг друга. Но мне надо научиться слушать тебя. Активно слушать внимательно. Но в моем случае надо бы записывать сразу, потому что просто слушать не помогает. Er hat auch nach dem ersten Jahr hat sie unseren Hochzeitstag vergessen, wann der war. So zu Info. Ну, потому что там дата некрасивая, как попало. 9 апреля, это что за дата? Normalerweise ist es der Mann, der eigentlich Ärger bekommt, wenn er den Tag vergisst. Я тебе могу, знаешь, что сказать в ответ? Да, то всех твоих родственников я поздравляю. Ты не помнишь ни один их день рождения. Bei Geburtstagen, wenn es nicht geht, was leben würde, und wenn ich da nicht reinschauen würde, ну, так. Hätte ich alles vergessen. Ну, так. Так что не мурчи тут.